Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас распаковочка заказа с интернет-магазина «Любимый Василек». Вот такая вот посылка, давайте скорее открывать. Давайте по порядку. Первое, что попалось под руку, это костюм для Ксюшки. Сейчас все будем мерить, все вам будем показывать. Все ссылки, как всегда, на интернет-магазин Василек, на их социальные сети оставляю под видео. Проходите, знакомьтесь. И на каждую вещь тоже, если она будет в наличии, ссылочку обязательно оставлю. Так, это костюм Зефир на рост 158. Я взяла, у нас меньший рост, но хлопок дает усадку, чтобы было свободненько, потому что это все-таки костюм. Поэтому так. Так, 100% хлопок. И вот такой вот он красивый. Давайте открывать. Скорее. В таком, я думаю, можно гонять и дома, можно гонять и на улице вполне, когда будет тепло. Очень яркий. Сейчас вот эти расцветки, не очень трендовые, модные. Большой. Вот такая футболочка. Очень приятный хлопок тактильно. Горловина вот так обработана. И рукавчик такой свободненький. В общем, классная футболочка. Так, держи. И шортики. Шортики тоже свободные. Резинка пришита и прошита. Вертеться она не будет, да? Вот так растягиваются. Вот такая расцветочка. Кармашки есть. Да, слушайте, есть кармашки. Вот они достаточно крупные. Причем один розовый, а другой, по-моему, желтый я тут видела. Ну, такой разноцветный внутри. Вот, вот такие вот кармашки. Резинка классно прошита. Все здорово. И внизу тоже хорошо обработано. Все подшито. Все здорово, нигде ничего не торчит, все замечательно. Вот такой вот классный костюмчик. Шортики достаточно длинные. Тоненький такой хлопок на приятную погоду или дома можно как пижаму и так далее. Так, дальше заказала наволочки в размере 60 на 40, несколько штук, потому что я на такой подушке сплю, я люблю на маленьких. И Ксюшка у меня спит на такой подушке. Так, первая у нас с вами наволочка Бязь, я люблю исключительно Бязь в постельном белье, да. Мята называется, артикул, если что, 726/5. Иногда можно и по артикулу найти вещь в Василке. Это, кстати, даже проще и быстрее. Такая мимимишная, под постельное белье подбирала. У нас есть ментоловое постельное белье. И вот такая вот классная наволочка «Коты». Смотрите, какая прелесть. Супер? Да. «Коты» вообще огонь. Так, вот этикеточка у нас с вами 100% хлопок. Это «Лав весна». Классная, вообще супер. Так, следующее 40 на 60 тоже. Это «Прованс леди». Так, артикул 748/6/1 плюс 748/7/1. 40 на 60 тоже размер. Вот светлое белье. Я уже не помню какой-то рисунок, но то что-то прикольное, смотрите. Вот такая девчачья. Это под розовый тебе комплект. Вот такие вот девушки, шарики, любовь. Love, весна. Тоже Бязь, то же самое. Love, весна, 40 на 60. Держи. Так, еще одна была наволочка или нет? Нет, по-моему, две, слушайте. Да, две. И накладная вот она. Цены буду вам озвучивать. Так, значит, у нас с вами что было? Костюм для девочки. Костюм Зефир трикотаж 658 рублей. А наволочки по 90 рублей и 91 рубль. Вообще просто шикарно. Так, дальше взяла две декоративные наволочки. Это нам на диван в зал, на сиреневый, на наш диван. У нас там зеленые, темно-зеленые наволочки. Вот эти как раз подойдут. Я люблю сейчас яркие акценты, знаете, с ними как-то уютней. Поэтому взяла такие две штуки. И декоративная наволочка на молнии у нас 208 рублей одна штука. Вот так они выглядят. Это у нас с вами авокадо 45 на 45 размер. Состав лен 30%, хлопок 70%. Специально смотрела именно такой состав. Они поплотнее за счет добавки льна и молнии, чтобы было удобно. Вот смотрите, такие яркие, красивые наволочки. Оденем на диван, покажу вам до и после. И вот здесь молния, она тоже такая зелено-ментолового цвета. Видно, я думаю, ее не будет. Очень симпатично. Да, ее не видно. Вот мы закрываем, все не видно. Красивый, яркий такой акцент. И вторая совершенно такая же. Так, дальше что взяла? Мне очень захотелось, девчонки, попробовать очень много в Васильке всяких разных интересных штучек для дома, для хранения. Эко-мешочек для хранения с полульна. А здесь лен 30%, хлопок 70%. Вот так он выглядит. Я придумаю, что там хранить, еще пока не знаю, но обязательно придумаю.
Открываем. Есть разные расцветочки, очень симпатичные. Ванну поставить и что-то, ну, ватные диски, допустим, туда сложить, да? Здесь у нас тоже Love весна этикеточка вот такая. Так, он у нас с вами на шнурочках. Вот они. И его можно затянуть. Хранить можно все, что угодно. Можно в него даже что-то поставить, да, и будет вот так вот красиво какие-то пузыречки или что-то ставить. Ватные диски, ватные палочки, там все, что угодно. В общем, я решила, что мне такое нужно, поэтому заказала. Материал очень приятный, расцветка тоже приятная, все здорово. Так, дальше у нас с вами что? Так, а где моя накладная? Я вам цену не сказала. Эко-мешочек 109 рублей. А дальше у нас с вами будет полотенце махровое, цвет ментол, 292 рубля. По-моему, это Казахстан. Сейчас посмотрю. 85 на 50 сантиметров. У меня все полотенца на кухне именно такого оттенка. Я решила взять, попробовать вот это. Так, этикеточку тут не вижу. Сейчас откроем. Оно достаточно большое. Прям для кухни. Ой, оно с петелькой еще к тому же. Слушайте, девчонки, оно еще с петелькой. Вообще супер. Так, вот у нас с вами этикетка. И это, по-моему, у нас с вами... Так, плотность 430. Я хочу сказать, что это очень хорошая плотность. Даже для полотенца в ванну. И оно прям, видите, такой тут, как узор в точечку. Так интересно сделано. Оно вот действительно плотное. Чтобы полотенца оставались дольше мягким, первая стирка с кондиционером, без порошка. И все будет супер. Состав 100% хлопок. Плотность 430 грамм на квадратный метр. И у нас это с вами... И у нас это с вами Узбекистан. Узбекистан, полотенце Узбекистан. Вот такой размер большой. И вот у нас с вами петелечка. Класс, супер вообще. Вот так оно здесь выглядит по краям. Отличное полотенце. Дальше костюм для Крис. На 3 года взяла ростовку 98 сантиметров. Пусть лучше будет с запасом, потому что, опять же, это хлопок, мало ли что. Так, давайте распечатывать. Костюм для девочки, желтый, очень классный. Много сейчас появилось костюмов. И это... ценность для малышей. Я прям даже растерялась в выборе. Так, сколько у нас стоит костюм? Сейчас сразу посмотрим. Я прям вас зашуршала. Так, костюм для девочки 98 сантиметров, 765 рублей. На весну штанишки и кофточка. Можно подвернуть, можно ходить как бы целый год. Да? Смотрите, какая прелесть. Здесь у нас пингвинчик. Вот этикеточку вам показываю. На молнии. И есть капюшон. Вот такой капюшон. Так, что у нас здесь написано? Производитель тоже Узбекистан. Это Bonita Kids. Bonita Kids уже много раз брала. Никаких нареканий к этому бренду у меня нет. Есть кармашки у нас с вами спереди. Резиночки на рукавах. Я обязательно в Telegram и на Дзене продемонстрирую Крис. Сейчас немножко потеплеет, как она в нем будет щеколять. Я думаю, будет нормально. Но длинноватая кофточка, на рукавчике можно подвернуть. Капюшончик классный такой. Вот так сзади выглядит. Костюм у меня вообще обалденный. Так, и молния. Молния обычная, сам замочек он металлический, а сама молния пластиковая, белая. Ну, классно. Так, и брючки к этому костюму. Вот такие милейшие. Вот такие. Здесь у нас как бы лампасы сбоку белые. Тоже пингвинчик с короной. Резиночка широкая. Все отлично. Этикеточка Bonita Kids у нас с вами. Кармашки. Нет, кармашка в штанах нет, они только у нас с вами получаются в кофточке. Резинка вот такая внизу, тоже, если что, можно очень удобно малышу будет брючки подвернуть. Все отлично, лампас с одной стороны получается, такая вот мимимишность. Резиночка прошита хорошо, ниточки нигде не торчат. Ткань очень мягкая, приятная, прям просто супер. И знаете, прям вот ну, на такую можно прохладную даже будик там пододел погоду, замечательно. Супер, вот такая вот прелесть для Крис. Так, дальше. Дальше, футболка женская. Будем сейчас мериться. Заказала в размере, ой, она оверсайз. И там несколько размеров. Это L 58-64 размер. Много цветов у таких вот футболок. Они интересные. Мне понравилось то, что оверсайз. Мне понравилось, как сделана горловина. Мне понравилось то, что рукав длинный, скрывает как бы недостатки. Да? Это футболка Life, сухая роза. Артикул V, английская победа. 009-22-71. Футер, двухнитка, 80% хлопок, 20 полиэстер. То есть это такая достаточно теплая футболка. Так, и цену на нее сразу посмотрим. Так, 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 футболка, футболка, где ты? Футболка затерялась. Вот она, 822 рубля. Достаточно нарядная такая вещь.
И вот она как выглядит, смотрите. То есть вот длинный свободный рукав, он не короткий и не цельнокройный, он пришитый, да? Вот такая вот горловина резиночкой, смотрите, как хорошо сделано, обработано. И вот он футер двухнитка, то есть такое вот утепление, она такая тепленькая. И достаточно свободная, широкая. Я бы сказала, даже немножко клёш, она к низу идет, да? И надписи. В разных цветах она на сайте представлена. Длина тоже должна быть хорошая. В общем, сейчас будем все мерить с вами. Так, и последняя позиция перед примеркой. Это костюм спортивный Бруклин, который у меня уже был, девчонки. И он, я считаю, по крою очень-очень удачно. Сейчас объясню, почему. Если ничего не изменилось, я в нем года два точно хожу. Но уже пора менять, потому что как бы и вид не тот, и размер, скажем так, маловат. Так, костюм для активного отдыха Бруклин Антрацит. Я взяла в размере 60, стоит он 1750. Это очень крутой, достаточно теплый костюм на прохладную погоду. Почему размер 60? Я вам всегда говорила раньше в роликах, что я беру на 4 размера больше. То есть мой размер сейчас 52-54. Надеюсь, скоро будет 52. И я всегда беру на размера 4 больше. Почему? Потому что хлопок дает усадку, и я не люблю, когда в облипку, я люблю, когда свободно. Вот я хочу костюмчик оверсайз именно. Так, цвет у него, девчонки, ну цвет вот антрацит, да. У меня точно такой же костюм в черном цвете, и он очень круто просто скрадывает недостатки. У него такой удачный, девчонки, вообще крой. Присмотритесь однозначно. Сейчас распакую, покажу, будем мерить. Один из самых удачных костюмов, вот именно спортивных, в Васильке, сейчас этикеточки сразу уберу, которые я когда-либо покупала. Так. У него очень круто сделаны плечи. Вот они всегда на месте. Такой вот он темно-серый цвет, да. Темно-серый цвет. Здесь написано Бруклин. Он достаточно такой, ну, не сказать, чтобы легкий, но плотненький такой вот, плотненький. И не жаркий, то есть здесь нет никакого начеса, ничего, но он такой вот плотненький. Вот такой рукав. Вот так сделана горловина, здесь такая резиночка, да. И внизу у нас тоже как на рукаве, вот так просто. Вот она, кофточка и брюки. Резинка пришита и прошита. В брюках есть карманы. И сбоку на штанине тоже надпись, только не Бруклин, а Савей. Вот так. И внизу штанишки вот так сделаны. То есть здесь не резиночка, а просто вот ткань пришита. Они смотрятся очень удачно. Вот такие вот штанишки. Так, ну а теперь все мерить. Вот он, костюм Бруклин. Сразу хочу обратить внимание на плечи. Вот он их как-то делает вот более красивыми. Вот мне очень нравится это в этой модели, именно этого костюма. Что хочу сказать. Размер 60 совсем не оверсайз. Так что, в принципе, на 54 размер вот он нормально будет. Его нужно брать побольше. Он хорошо тянется, конечно, в процессе носки. Он сейчас еще подрастаскается, я знаю. Но, тем не менее, он прям вот, ну, не сильно свободно. Так, вот, смотрите, показываю вам подальше, как он выглядит. В костюме прям вот очень удачный крой. Сейчас попробую вас еще пониже опустить. Штанишки. Все отличненько. Костюм шикарный просто. Вот у него и длина кофты, и длина штанин, и вот плечи, вот все вот прям на месте. Все очень достойно смотрится. А теперь Ксюшка в костюме. Вот так свободненько. Прям слушай, прям свободненько. Да, можно было брать и 152, наверное. Свободно, хорошо. По дому таскать вырастешь еще. Вот они, шорты тоже свободненько. Там карманчики, да? Есть? Может, с тобой смотреть? Да, карманчики есть. Вот так вот здорово, классно. Мне прям нравится. Ну-ка, задом повернись. Удобно? Нравится? И рукава тоже длинные. Вообще классные. Как по дому гонять. Ну, поворачивайся. И по дому гонять, и на улице гонять тоже здорово во дворе, да? Да. Ну, и теперь футболка. Сразу вам показываю издалека. Вот она свободная. Вот она вообще свободная. Она оверсайз. И с этими брючками, кстати, тоже очень классно. Она прям вот... Вот. И рукавчик, видите, длинный, как бы все скрывает. Сейчас такие модно, на самом деле, таскать. Поэтому вот это я люблю. Вот такое я люблю. И в первой мере в добрые люди, как говорится. Тоже достаточно удачный крой. Здесь сползающий такой рукав, шов он вот здесь. Да? То есть вот смело можно брать большим девочкам. Здесь прям запас такой хорошенький. И сзади она длинная попу скрывает. Все отлично. Все недостатки все скрывает. Футболочка прям зашла. К весне готова. Где ты, весна?
Горловина очень красиво смотрится, и цвет такой прям удачный. Я очень люблю вот этот цвет, пыльная роза. В целом прям здорово. Здорово, красиво, хорошечно. Вот этот свободный рукав, прям вот такие рукавчики обожаю. Ну и наволочки. Это у нас с вами до и после. Очень классно, постирала их, они немножко подсели и прям стали самый раз. Но подушечки сначала были великоваты. Яркий акцент, вообще очень здорово. Обожаю. На этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам обзор был полезен и интересен. Ссылочки на Василек все под видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.